Соседи – это не просто, чтобы, знаете, как в квартирах, никогда не общаются. Соседи – это друзья, когда можно в трудную минуту обратиться. Так раньше было. Мы были как родные. Соседи – это родные. Сейчас соседи есть. Соседи, годами не общаемся. Здрасте, здрасте. На улице и все. Соседи – это должны быть... Ну, как родные, как братья. Вот тогда что-то происходит. Вот когда мы будем не ради денег, а ради любви к друг другу, к дружбе, тогда, может, очень многое вернется. Вернется светлый мир. Потому что все, что связано с деньгами, они необходимы. Но деньги должны быть впрок, а не так показывать. У меня больше денег. На Западе это, кстати, не принято. Ты не оденешься так, сверхшикарно, зная, что рядом бедный человек. Понимаете, есть в этом какая-то такая мудрость. Ты богатый, но ты заработал сам, но ты не должен показывать, что ты богатый. Ты должен знать, что рядом может быть очень бедный человек. И, конечно, помогать бедным людям, как Чехов всегда говорит, помогай бедным. Помогай бедным. Это очень важно. Помогай талантливым, помогай бедным.